Всем привет! На телеканале «Россия-1» выходит новый мелодраматический сериал под названием «Не разбей мое сердце». Студентка Алина Павлова мечтает иметь детей, любимое дело и верного, любящего мужа. Но когда-то девушки сделали необычное предсказание. Как только Алена полюбит кого-то, к ее избраннику тотчас же придет слава и богатство. Но он сразу же бросит ее, а рядом с Аленой останется лишь тот, кому нужна она сама, а не ее дар. Алена не верила в предсказание, пока оно не начало сбываться и приносить несчастье. Премьера четырехсерийного сериала «Не разбивай мое сердце» состоится 1 июня на телеканале «Россия-1».